Я призываю лучших комсомольцев, лучших людей нашей страны, таких вот беспартийных, как Павел Михайлович Демин. Он говорит, я беспартийный. Значит, вот, как он трудится и прославляет страну. Если мы, товарищи, вытесним тех, которые не верят, не способны, малокультурны, и займем их место, мы, знаете, буквально в 2-3 года сделаем чудеса. Вопреки маловерам, антипартийной группе, отброшенной всем народом, труженикам сельского хозяйства пришелся по душе и по силе призыв партии догнать и обогнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения. Ностальгия.